Самбо после войны был довольно популярный вид спорта. Тяжелое время, трудное, на улицу не выйти, кто с ножами, кто с тем, как. И воров, и этих много. Нужно было чувствовать себя уверенно на улице. Ну и я решил пойти заниматься. Пошел во дворец пионеров. Там был великолепный тренер, вот один из тех, кто начинал самбо, который прошел аттестации по джиу-джитсу и стал работать еще до войны и после войны самбо. Я пошел к нему записываться. Там отборочные соревнования. Надо отобрать медицинбол. Кто у кого отберет, тот и проходит. Это вот такую здоровую штуку? Да, мячик. Ну, парень взял, я думаю, да, ерунда, сейчас отберу. Он держал вот так, а я пальчиками. Ну, конечно, он выиграл. Я полгода ходил, просил, чтобы меня взяли. Так меня не взяли во дворец пионеров. Потом Миша вот этот, Магаршах, привел меня в «Динамо». И я по блату попал. Вот так я стал заниматься самбо. И попал в хорошее время, и в хорошие руки, и все что угодно. Могу только хорошее говорить. Занимались люди. И Данилин, трехкратный чемпион Советского Союза, и Скворцов, чемпион страны неоднократно, и Иванов Сергей Николаевич, тоже многократный чемпион страны. Я всех их видел, и я за всех их успел подержаться. Уже немолодой человек со спортивной сумкой на плече идет по Вансбекер-аллее в Гамбурге, к дому номер 54, где расположен зал дзюдо. Точно так же много лет назад он шел на тренировку по Невскому проспекту в Ленинграде и по узким улочкам Риги и по множеству других улиц, которые попадались на его долгом жизненном пути. И каждый раз его неизменно сопровождала спортивная сумка, в которой лежит все его богатство. Если не буквально, то образно мы недалеки от истины. Сколько таких курток и поясов стерлось до дыр за его 50-летнюю жизнь в самбо и дзюдо. От новичка до члена сборной СССР и еще долгие годы тренерского труда. Когда юный дзюдоист впервые встречается с убеленным сединами учителем, он и представить себе не может, сколько тайн дзюдо хранит старый мастер. Сколько приемов, накопленных годами и опытом, знает он. Я слишком рано попал в большой спорт. Я слишком рано. Это так не должно быть. Мне было лет 17, я уже попал в сборную команды «СС Динамо». Сборная команды «СС Динамо» – это был бессменный чемпион СССР по самбо. Бессменный. Моими старшими товарищами были люди, ну, которые для меня были эталонами. Это мои кумиры были, это мои товарищи, понимаете? Это люди, которые начали заниматься до войны и после войны продолжали заниматься. И если мы что-то делали нехорошее, мы получали подзатыльники от них. Этого нельзя делать, это нельзя. А эти люди прошли и блокаду, эти люди и сидели, и вышли, и стали многократными чемпионами страны. Это выдающиеся люди были. Это первая сборная СССР по дзюдо. Генрих Карасуль, Кибрасасвили, Кикнадзе, Красюк, Мищенко, который впоследствии станет тренером сборной команды Советского Союза, Бондаренко, Панкратов, Степанов, Джгамаджо, Боголюбов. Мы были первой сборной страны. На нас ставился эксперимент. Мы, самбисты, выступали по дзюдо. В СССР этот вид спорта практически не развивался. Его заменяло самбо. В Советском Союзе не жаловали восточные единоборства, считая их чуждым и вредным явлением. Включение дзюдо в Олимпийскую программу игр 64 года в Токио резко меняло ситуацию. Каждая олимпийская медаль была на счету в борьбе за командное первенство со сборной США. До Олимпийских игр в Токио за какие-то 2-3 года им предстояло, по сути дела, освоить совершенно незнакомый вид борьбы. Готовить первую сборную СССР под дзюдо поручили опытному тренеру по самбо Владлену Андрееву. В чем искусство было, Владлен Михайлович? Мы приехали в зал за 2 часа до соревнований. Мы когда вышли в зал,
вышли в зал. И когда мы увидели это огромное татами, с которого никуда не сбежать, 15 метров в любую сторону, нам худо стало. Он нас всех раздел и дал нам такую часовую тренировку, что мы все забыли, все страхи и что угодно. Хотя за плечами у меня было несколько чемпионатов Европы, чемпионатов Советского Союза. Это совершенно другой уровень соревнования, совершенно другой ранг соревнований и ответственность. Вот, и только из-за того, что он нас прогнал вот, через жернова, мы все были готовы на выстрел. Все были готовы. И нас предупредили, у Боголюбова будет очень серьезный противник, Южной Кореи, Парк. Это единственный, который выигрывал у японца. Японцы его очень боялись. Я вышел в первую встречу с представителем Азии. Они очень цепкие, с ними трудно бороться. Вот одно только могу сказать. Ну, я его там бросил там, за 30 секунд. Вышел со вторым, я иду опять на прием, чувствую, промахиваюсь. Если он руками повернет, я упаду. Ну, я вдогонку разворачиваюсь, бросаю его через голову. Пока он летит, мне некогда было думать, я думаю, пока он упадет, там дадут, не дадут. Я уже в воздух и перешел на болевой прием, пока он падал, я ему сделал. А перед этим Парк, вот, который был в моей подгруппе, он просто за 2 минуты расстрелял бро. Француза, четырехкратный чемпион Европы. Он на него потратил ровно 2 минуты. И мы с ним выходим. Он небольшого роста, быстрый, сильный, скоростной такой. Только успевай смотреть, где бы не проспать его движение. Ну, опередил я его немножко, бросил через голову. Пока он летел, я сел на болевую. Рука трещит, ломается. А на таких соревнованиях никто не сдается. Никто. Хоть руку оторви, хоть голову, пока тебя не унесут с ковра. Ну, и когда мы встали, я вижу, он за руку держит. Я за ним вдогонку, он уходит, я беру, бросаю его. И тогда были такие правила. Если ты идешь на прием и застреваешь под ним, а он не сделал ни миллиметра в сторону, это называлось как затягивание борьбы. За переход в борьбе лежа без приема. Я получаю предупреждение. Ну, мне Вадим Михайлович и доктор Гиселевич кричит: «Арон, ты проигрываешь. Осталась минута. Схватка 6 минут. Я за ним, ни в какую. 10 секунд. Вдруг они мне кричат: «Арон, мы перепутали. Схватка 8 минут. Я за ним, ни в какую. Не догнать». Там 20 секунд осталось, 15 секунд, я ничего не могу сделать. Мне кричат: «Арон, мы перепутали, схватка 10 минут». Я встал так, руки опустил, думаю, ну что же мне делать? Я думаю, да, я дам ему все захваты, все, что нужно, пусть только делает прием. И иду так, раскрыв руки в сторону на него. В конце концов он дрогнул, где-то на 8 или 8 минут 15 секунд он пошел на прием. Я его бросил. Он упал на спину и дали вазари. Осталось 1,5 минуты. Он за мной, я за ковер. Вот так вот я выиграл у него. А в это время на другом ковре Олег Сергеевич воюет с японцем. Он бросил его, чистую не дали. Ну, потом тот собрался и 2 раза его бросил. Потом я вышел на швейцарца. Он ничего не сделал, только уползал от меня. Ничего. А схватка с корейцем была настолько тяжелая. Я просто устал. Я устал и сидел. Вот где-то у меня есть фотографии, где я после этой встречи, ну, весь кожа до кости. Что я ему не делал, никак мне его на ковре не поймать. И было разногласие, победу дали ему. И то, что мы получили, мы были очень рады, очень довольны. Ну а потом, когда приехали в Советский Союз, вернулись нам по совокупности результатов, всем присвоили звание заслуженный мастер спорта.
Вглядываясь в зрительный зал на традиционном московском суперкубке, вы непременно найдете там лица ветеранов советского дзюдо, для которых каждый такой турнир – возможность мысленно вернуться в дни своей молодости, сравнить то, свое дзюдо, с сегодняшней борьбой, подметить все ошибки и недоработки. Правда, их мнение чаще всего мало кого интересует из спортивных функционеров. Как говорится, нет пророка в своем отечестве. А жаль, ведь именно они владеют бесценными знаниями искусства дзюдо. Для Арона Гершевича Боголюбова соревнования в России еще и возможность вернуться на родину, увидеться со старыми друзьями. Много утеряно, очень жаль. Ушли очень много хороших тренеров ушло из жизни. Осталось мало тех, кто были не понаслышке, а очень хорошо с этим знакомы. И мне очень жаль, что в свое время произошло раздвоение борьбы самбо на самбо и дзюдо. Лучше ушли в дзюдо тренера, а остальные остались в самбо. И потерялся вот тот мощный принцип, который был в самбо. Ведь мы самбисты, мы все выступали по дзюдо. Все было хорошо. Но потом пошло... Все захотели стать начальниками, все захотели возглавлять свои виды. И получилось раздвоение. Очень жаль. И сейчас мы испытываем вот этот голод, этот минус, который нам очень трудно собрать. Но его собирает потихоньку. И дай бог им удачи. Лучшие годы я прожил в этой стране. И это все идет за мной и грузом, и радостью, и горечью, и чем угодно. Там я живу, доживаю. Попадая сюда, немножко грустно. Бронзовый призер Олимпийских игр 1964 года, четырехкратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта СССР, живет теперь в Гамбурге. Красивейшем немецком городе, утопающем в зелени, знаменитом своими многочисленными каналами и мостами, которых больше, чем в Венеции, своими памятниками готической архитектуры, великолепными парками и поющими фонтанами. Теперь он чувствует себя здесь вполне комфортно, потому что есть дом, есть любимое дело и есть новые друзья, для которых он был и остается легендой дзюдо. Слышал о таком человеке, что есть такой легендарный человек. Я здесь в Гамбурге 10 лет живу, занимался раньше борьбой. И как раз был турнир, вот турнир Кубок Отто, эти турниры из серии А в Париже, в Гамбурге, в Москве. И там первый раз мы встретились с Ароном, меня брат познакомил, подвел так. Поздоровались, пообщались маленько. А в следующий раз уже на тренировке. Конечно, это уже подразумевается не просто тренер, это учитель, это наставник, это родитель. Дружим, общаемся, встречаемся, помогаем друг другу, чем можем. Но если в дзюдо, благодаря таланту, ему все было ясно и близко, то в жизни все было весьма непросто. Не просто было доказать, что ты достоин быть в сборной СССР. После спорта найти себе место, работу. И уж совсем тяжко пришлось в 90-е годы без времени, когда все вокруг рушилось, и жизнь, и спорт. Сам-то он об этом старается не вспоминать. Другое дело Галина Михайловна, жена и друг, с которой вот уже без малого полвека делят они все пополам. И радости, и горести. Такой он, ну, большой честности человек. Ну, почему мы сюда уехали? Когда там все поменялось у нас в стране, и все его ученики, мастера там, спорта, там, всякие, со всякими званиями, и куда они ушли? В бизнес. Бизнес они потом ушли. Они вначале рэкетирами стали. Он говорит, что ж я, говорит, бандитов готовить? И он не стал
тренировать. И стал получать спортивную пенсию, величина которой была на батон в день ровно. И когда он получал на почте эту пенсию, на него внимательно смотрели и говорили, а что, такая пенсия бывает? И как же вы живете? Поэтому он жил на даче, воспитывал кошку, строил дом. Вот, ну и жил на спортивную пенсию. А я на трех работах работала. Вообще у него действительно очень тяжелая была жизнь, потому что годы вот 57-й, 56-й, 57-й, 58-й, евреям трудно было устроиться на работу. Значит, а мы закончили наше радиотехническое, он механик-сборщик радиоаппаратуры. Значит, Боголюбов на завод пошел. Нужны механики? Нужны. Боголюбова возьмете? Возьмем, сказали. Приходит, подает паспорт. Там пятый параграф стоит, еврей. Говорит, ой, извините, вчера взяли. И он, ну, чтобы не сидеть на моей шее, на пивзаводе зерно лопатил. Да, чтобы заработать какие-то деньги. Вот так вот. Такое время было. Было такое время. Ну, серьезное время было. Я была перворазрядницей, а он был второразрядником, когда мы с ним познакомились. В спортивном клубе «Трудовые резервы». Он пришел посмотреть, как Наталенко готовится к первенству города. Я там тренировалась. Вот он заглянул в гимнастический зал и решил подождать, когда у меня тренировка закончится. Подождал, потом проводил до дома. Так и стали встречаться до сих пор. К соревнованиям Марон готовился очень серьезно. Так как я была гимнасткой и хорошо знала упражнения специфические, он мне давал задания. Какие мышцы надо ему растянуть, какие мышцы укрепить. Вот. И мы с ним выезжали за город, в курорт, там песочек, и он на мне отрабатывал приемы. Чтобы никто не видел, да, вот так вот, чтобы никто не видел, что он готовит на предстоящее соревнование. Потом одевал на меня самбистскую курточку, и мы с ним ходили в движение 10 минут. Как схватывали? Я? Это он не выдерживал, а я выдерживала. Пусть он скажет, сколько медалей было мне предназначено. Хороша. Вот, как минимум, 2 золотые медали. Это мои. 20 лет у ковра я была. Меня знал весь город. Я так за него болела всегда. Так что вот провела 20 лет у борцовского ковра. Казалось бы, после стольких жизненных коллизий, после потерь и разочарований, самое время бросить весь этот спорт и посвятить себя семье. Тем более, что сын Григорий с женой Ириной и внучками Диана и Ирен тоже здесь, рядом, в Гамбурге. Как приятно гулять вот так по красивому городу, наслаждаясь покоем, уверенностью в завтрашнем дне. Чего еще желать на старости лет? И так, наверное, поступили бы многие, но только не он. Какая-то неведомая сила снова и снова тянет его в зал, где лежит татами. Возможно, это и есть магия дзюдо. Иногда в охотку бежишь, а другой раз надо. Тебя ждут, а у тебя тут болит, там болит. Я почему задел эту сторону? Ну, практически все спортсмены, которые добились каких-то выше среднего уровня результатов, они все прошли через травматизм. Все прошли. Руки вылетают, там, суставы, то. Большие травмы у всех. Если есть такой, которого мало, ну, его в пример надо ставить. Особенно на профессиональном уровне. И поэтому идешь туда, пришел, увидел, тяжело, начал, потом увлекся, потом забыл, и все прошло. И уходишь оттуда, как будто заново родился. Знания и деньги надо оставлять на земле. Там это никому не надо. Поэтому знаниями ты должен делиться, ты должен отдавать.
Для тренера сборной Гамбурга Славка Такиса, который за годы выступлений за сборную тогда Югославии прекрасно знает русское дзюдо, присутствие в зале Арона Боголюбова в качестве консультанта – большая удача. Это творческое содружество начинает приносить уже свои плоды. Эта школа, которая у нас сейчас в Гамбурге, это, можно сказать, наши борцы борются так, как русская школа, не как японская школа. Такие техники учимся и так тренируемся, как в России тренируются ребята. Арон техники делает, тренируется нас, он нам помогает, все за нас делает, что возможно. И мы так довольны, что он с нами работает и что он нас выучит все, что он знает и что умеет. Я с Ароном от 99 года тренируемся вместе, вместе работаем. И так и начинали результаты у нас делать, что наши ребята заняли на чемпионате Германии первое, второе место, потому команда, которая в второй Бундеслиге, сейчас в первой Бундеслиге стала. Так все идет как надо и как лучше и лучше. Славка рассказывает, показывает, объясняет. А я требую грамотного исполнения. Знаете, вот есть две вещи. Есть техника для показательных выступлений. Вот я отработал, все нормально, показываю. А есть техника борьбы. Вот когда мы с вами боремся, знаете, как трудно что-то сделать? Очень трудно сделать. А так, когда они вот ходят тут и бросают, набрасывают друг друга, у них очень много погрешностей. И вот эти погрешности, вот, которые они делают, это для показательных выступлений. А я стараюсь убрать вот эту мишуру и привести их ближе к борьбе. Вот в чем механизм, ну, любого тренера, который мало-мальски соображает. И вот когда я прихожу, я должен кусочек отдать одному, другому, третьему. А вы спросите, почему кусочек? Много не взять, понимаете, с одного раза. У кого голова рассидана на много, он возьмет. Если я вижу, что он справляется, я ему еще добавлю, добавлю, добавлю. А у кого мало, которые только делают первые шаги, я вкладываю в него, знаете. Работа тренера, вот сборной страны, неважно какой, сборной города, района, земли, там, Германии, Советского Союза, России, Динамо, профсоюзов, там, где я работал, она заключается в том, что ко мне пришли люди. Это ваш ученик, это его ученик. Они их научили так. Они научили где-то неправильно, не потому что они так хотели, а просто знаний не хватало. А моя задача очень тонко подправить, не нарушая, потому что то, что они делали, они на это потратили годы. Если я буду заново переучить, это годы, столько человек в спорте не живет. Единственное, что мне вот, я перед ним шапку снимаю, нет его в живых сегодня, один из моих учителей, это двукратный чемпион страны Сергей Николаевич Иванов. Супер борец был. Он заикался. Он говорил так. Арон, ты имеешь право на ошибку. Это нормально. Но если ты делаешь одну и ту же ошибку дважды, это очень плохо. А если ты трижды делаешь одну и ту же ошибку, бросай это дело, это не твое дело. Но, пожалуйста, как можно больше наделай ошибок в раннем возрасте, чтобы они не повторялись. И когда заканчивается тренировка, и он укладывает в спортивную сумку свое кимоно, ребята окружают его, и каждый делится своими впечатлениями, он по-прежнему чувствует себя нужным. Он по-прежнему в своем любимом дзюдо.